Всем привет! Вы на канале Схемова и добро пожаловать на вызов принят! Нет. С РПГ-ки! Я сейчас ворвусь. Давай. Давай, взрывай. Возле входа. И сегодняшний выпуск начнем с задания, которое пришло от дружественного канала Blood Brothers. Их задание набрало наибольшее количество лайков, и потому я не смог обойти его стороной и попробовал это сделать. А помог мне в этом деле мой друг и элитный диверсант Роман. Суть задания заключается в том, что нужно подорвать как можно больше противников с помощью гаджета-снайпера под названием Doom, также известного под названием MAV. Что ж, давайте испытаем эту хреновину в действии. Положи бомбы под ноги. Давай, положил. Давай. Что-то не взрывается она. О! Хорошо! Вот, парни, смотри, сколько у вас там их. Ты меня тоже взорвал. Да? У вас столько парней на выходе. Ёперный театр просто. Они меня вообще не видят. Я тут под потолком летаю. Где ты появился? Я вот над бомбой прям. Окей. Так, куда положить? А вон рядом с бомбой полно народу. Ага, сейчас. А, нет, уже не... Там наши уже. Давай. Вон, ваши в этой, на лестничной площадке воюют. Да, точно. Давай, взрывай. Не попадаю. Сейчас все летят. Не попадаю. А, попал еще один. 1020 еще кидай. Там больше нету. Что ж, мы разнесли целую толпу народа, и я думаю, ачива нам засчитана. Тудун-тун, 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 и рандезука! Ай, блин, промахнулся. Где самолет улетел? Кто стреляет? Парень, ты все-таки хочешь умереть, да? А, вертолет нашел. Застрял. Точно, у меня есть план. Надеюсь, вы поняли, что я сказал. Ну ладно, повторю. Помнится, было такое задание: бить тараном на самолете или вертолете вражеский самолет или вертолет. И вот давайте попробуем сделать с вертолетом самолет. Как бы странно это ни звучало. О, вот он первый претендент. Давай, иди сюда. Хрена с два тебе. Не получилось, да, протаранить Схемова? Признаюсь, это были две абсолютно внезапные для меня ачивки. И двинемся дальше. В следующем задании требуется взорвать вражеский мотоцикл с противотанкового оружия, сидя на пассажирском месте мотоцикла. И вот он нас. Наш, то есть, подопытный. Промазали первый раз и... па-пам-пам! Ну что ж, это было несложно, но очень весело. И даже он ребята в чат пишет, что им очень понравилось. Двигаемся дальше. И это очередная попытка сделать сумасшедшую рендезуку. Где вертолеты? Не вижу. А, во. Цель перед лицом. Катапульта пошла. И... Пам! Ай! Самолет улетел! Суки!
Ну а следующее задание мне дали уже давным-давно. И, наверное, оно уже выполнялось много раз, но я его просто-напросто не замечал. Но тут, чисто случайно, я его все-таки заметил. И, собственно, вот, враг объявил вас целью, то бишь я и вертолетчик Рейдж стали важной целью для противника. О, враг объявил вас целью. Ну теперь еще и важная цель? Да. Ачивка выполнена, и продолжаем. И давайте вновь попробуем сделать этот сумасшедший трюк, который называется рендезук. И честно признаюсь, он меня начинает уже бесить. И вот я вижу вертолет, и сейчас я это сделаю. Сейчас я это точно сделаю. Пошло! Блин! Я свой сэмбль сломал. Собственно, есть такая ачивка, где меня просили взорвать свой самолет, и я это сделал. Я взорвал свой самолет. Вместо я. Потом взорвал вражеский на парашюте. Вверх. Ты где? Тут я. Где? Я смотрю вот на ваш проход, где полно народу. Ага. О, привет. Давай, взрывай. А где ты, Боже? Да вот, а, вот. Стенки, давай. Так, первые два есть. Звезда за службу разведчикам. Давай, давай, давай. Прям под тобой. Давай. Нет, не могу, тут слишком близко. Вот, здесь, видишь? Давай, сейчас положу себе. Стой. Давай. Мешает, мешает, не могу. Дальше, дальше надо ложить, слишком близко. Сейчас. Ну, вот здесь. Можешь? Не-а. Еще дальше. О! Нормально. О! О! Хорошо пошло! Давай еще. Тут они опять здесь. Меня уже палят. А, не могу. Близко. Не убью. Они уже... Все. 952 очка! Он снайпер. Блять, он вообще стреляет по нам. Видел, видел. Ах, блядь, миллиметр по самолету не попал. О. Пацан, привет. Блин. Не тем. Что-то здесь мало, пойдем. Вон на лестнице, смотри сколько. Блядь! Вот мы с тобой, лохобаны! На лестнице там человек 10 сидел, в окошко смотрело. Серьезно? Да. Так, ну, 47.5, неплохо. Еще попробуем. Go. Это был третий выпуск «Вызов принят». Спасибо вам, что предлагаете новые задания. Спасибо моим друзьям, которые помогают выполнять ваши задания. Первые два выпуска перед вами. Обязательно ставьте лайки и рекомендуйте канал своим друзьям. Всем спасибо за просмотр. Это был Схемов. Всем пока!